Опа. Офигеть, скибиди-туалеты реально помогают. А вот и батя. Красный астротуалет. Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть различные ролики по скибиди-туалетам, на этот раз 75-я серия. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик. Неожиданно так прям утром вышла серия. И залетай в Телеграм, потому что иногда там спойлеры хорошие такие выходят. Но в этот раз прям неожиданно серия вышла. В общем, астротуалеты прям уничтожают, ты погляди. Камерамены, конечно, очень разочарованы. О, обычные туалетики. Они их уничтожат. Офигеть! Они просто ничего не оставили от них. Опа, это красный астротуалет. Блин, он спалил. А, это какой-то поменьше, смотри. С гравити-пушками из Half-Life, который может притягивать и... Опа. Офигеть, скибиди-туалеты реально помогают. Это просто офигеть. Скибиди туалеты теперь друзья. Так. А вот и батя. Красный астротуалет. Его сынка, походу, затрямсали. Это его сынок был, что ли? Это девушка, скибиди туалет. Боже мой. Я просто в шоке, друзья. Я даже не знаю, это просто жесть. Но серия прям имбовая. Давай-ка еще раз пересмотрим мы с тобой. Немного поглядим, может... Ну, я, конечно, при первом просмотре и при втором даже все равно мало деталей замечаю, ребят. Ну, а чисто весь ролик пересматривать, ребят, вы сами понимаете, не стоит. Если что, потом разборчик поглядим. В общем, чисто отряд камераменов сидит, тоскует, потому что реально там на улице, блин, ты смотри, что происходит.
Астротуалеты совсем просто офигели. Какой хитрец, а? Сзади. Еще гранаточку туда. Вот кто это? Я не понимаю. Слушай, ну это просто офигеть. Вот чисто в оригинале, по-моему, это первая девушка. Ну, там, помнишь, шорты выходили у Дефука. Ну, там непонятно вообще, с зелеными волосами, в общем, там две девушки были или не девушки это были. А тут-то прям, ну, точно. Фига себе, пушечка там, гравити. Как он, смотри, опечалился, а? Ты прикинь? Это не просто боец. Ему бы, наверное, ну... Как-то пофигу было бы. Чуть ли не сын его, что ли, реально. Вот без рофлов. Вообще какой камерамен прикольный, да? С сигарой. И этот тоже. Круто. Круто. Ох, ребят. Ну это просто офигенно. В общем, ну мы разборчик все равно так и так посмотрим. Много деталей я 100% пропустил, потому что утро, я еще как бы не особо проснулся, вообще даже не ложился, если честно. Поэтому, ребят, чуть попозже, в общем, разбор поглядим. Вы также в комментариях можете написать интересные тут факты какие-нибудь или детали, которые я не заметил. А на этом пока что все. Вам огромное спасибо за просмотр. Лайкосик, залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.